После тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни Елизавета Терешкина, генеральный директор фабрики «Пехорский текстиль». Свой путь на московской шерстопредельной фабрике Елизавета Терешкина начала сразу после института. Сначала была начальником смены, затем технологом. Начать управлять коллективом пришлось, когда ей было чуть за 20. И удалось превратить крошечный цех в огромную фабрику по производству пряжи. Она всегда говорила, что в успешной работе нельзя обойтись без команды. Коллектив телеканала ЛРТ приносит искренние соболезнования родным и близким Елизаветы Петровны, а также коллективу фабрики «Пехорский текстиль».